Всем привет! Решил собрать еще одно кресло. Вот, от Волги. Дополнительно. Как бы компьютерный стул сломался. Деньги тратить не хочется. Их сейчас и нет. Поэтому вот у меня было еще одно кресло от Волги. Были дощечки, значит, так скажем, отходы, которые остались от стройки, вот кусочки. Таким вот образом собрали, нашел два бруска, к сожалению, бруски оказались короткими, поэтому пришлось вот так вот дощечками нашивать. Вот два уголка поставил впереди, два по краям, то есть таким вот образом каркас мы собрали. Вот, в дальнейшем сейчас я это все пособеру, поставлю, обошью, почищу. Вот, и скорее всего, вот это вот либо покрашу, либо обошью, посмотрим. Сейчас как бы я просто собираю конструкцию, посмотреть, как себя будут вести. Опять же, не будет клонить в одну сторону, назад, так скажем, чтобы не упасть. Вот, сейчас привернем еще два уголка. Немножко здесь у нас не получается, центр тяжести перенесли, потому что опрокидывается назад. Вот сейчас поставлю, покажу, что получилось. Итак, вот у нас что получилось. Собрали мы таким вот образом. Это пока не обрабатывали, не красили, не обшивали. Пускай пока подсохнут дощечки получше. Заодно скажу вам, очень приятный запах от дерева идет, поэтому пока постоит так. Может быть, это видео будет для кого-то идеей для создания собственного компьютерного кресла или кресла для симулятора. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока, до новых встреч!